там для людей. Для того, чтобы сделать жизнь в наших городах, селах, муниципальных образований более комфортной. И сегодня мы в преддверии Дня местного самоуправления запускаем еще один уникальный проект. Он называется «Ваш автобус». Сегодня на этой площади 26 автобусов Ford Transit, 17-местных, с системой курсовой устойчивости, с дорожным компьютером, с ремнями безопасности, с кондиционерами, с отоплением. Автобусы, которые пойдут сегодня по нашим дорогам и приедут во все районы Вологодской области. Это путешествие наших творческих коллективов, спортивные команды, ветеранские организации. Теперь вы можете путешествовать на этих автобусах в Череповец, в Вологду, в соседние регионы, обмениваться между районами спортивными командами, соревнования проводить и ветеранскими коллективами. Я хотел бы сегодня поздравить всех вас, дорогие друзья, с наступающим праздником, Днем местного самоуправления. Пожелать всем вам и нашим жителям, нашим волокжанам, здоровья, благополучия и процветания. Весь ансамбль влез. Вот он, вот он, культурный экспресс в действии. Смотрите, какая высота в автобусе. Даже я своим ростом могу голову не пригибать. Полный рост. Спасибо. Все, еще раз поздравляю. От ветеранов, от культуры. Инструкцию изучаете, да? Да. Как автобус? Хорошо. Новый автомобиль, хорошее впечатление. Подогрев печки, лобаста. Ну вот я сейчас подогнал под себя сиденье. Очень удобно. Рычаг переключения удобно, стояночный. Все удобно сделано. Для нас это большой подарок. Я очень благодарна нашему губернатору, дай Бог ему здоровья, за такую поддержку. На протяжении вот многих лет работы, 25 лет я в культуре, такого не было еще.